день! Вас приветствует юридическая компания «Приходько и партнеры». И сегодня поговорим на тему «Бухгалтерский аутсорсинг и чем он выгоден». Минимум раз в 3 месяца многим предпринимателям приходится становиться бухгалтерами, чтобы заплатить налоги. Как обычно, делают предприниматели, которые хотят сэкономить. Все отчеты заполняют сами вручную. Отчеты сдают через онлайн-бухгалтерию. Разово обращаются за консультацией к знакомому бухгалтеру. Государственные формы отчетности часто меняются. Заполняя их вручную, легко можно перепутать и загрузить устаревший документ, который не примут налоговой или, хуже, получите штраф. Онлайн-бухгалтерия – ненадежный сервис, который не учитывает нюансы вашего бизнеса. Например, работаете на разных системах, и налоги могут рассчитываться неверно из-за использования устаревших нормативов, ставок, баз и тому подобное. Тем более онлайн-сервис никакой ответственности не несет, и штрафы вы платите его самостоятельно. Поэтому в такой ситуации ваш бизнес не застрахован от того, что декларации заполнены неправильно, и налоги были уплачены не в том размере или не на тот счет. В прошлом году из-за кризиса самые сообразительные сразу поняли, что пришло время для оптимизации бизнеса. Один из проверенных способов оптимизации – делегирование бухгалтерских и налоговых вопросов квалифицированным специалистам. Оставшееся время можно потратить с пользой привести другие стороны бизнеса в порядок. Какие плюсы бухгалтерии на аутсорсинге? Первое. Удаленная работа. Это тренд и в современных реалиях жизненная необходимость. Специфика бухгалтерского аутсорсинга заключается в возможности работать удаленно и взаимодействовать с клиентами дистанционно. По почте, через мессенджеры, онлайн-встречи и так далее. И это не требует привязки к офису. Второе. Экономия на издержках. Отсутствует уплата в бюджет начислений в зарплату в размере более 40%. Не нужно оборудовать рабочие места бухгалтерам, обучать их. Третье. Человеческий фактор. Отсутствуют проблемы, связанные с человеческим фактором сотрудников. Например, бухгалтер исчез перед отчетным периодом. Заболел, ушел в отпуск, постоянно отпрашивается, уходит с рабочего места под предлогом сдать отчеты, сходить на почту. Бухгалтер не квалифицированный, не знает ответов на большинство ваших вопросов. Четвертый фактор – это риски. Снижаете финансовые риски, минимизируете управленческие финансовые затраты. Пятый – это работа с профессионалами. В аутсорсинговых бухгалтерских компаниях всегда проводятся курсы по повышению квалификации. Эксперты следят за всеми новшествами, потому как наличие профессионалов определяет конкретную способность компании. Шестой фактор – это бухгалтерский учет в порядке. Вам всегда подскажут, где и на чем можно сэкономить, оптимизировать налоги законным способом. И в заключение, вы можете восстановить бухгалтерский учет за любой период деятельности. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в юридическую компанию «Приходько и партнеры». Мы оказываем бухгалтерский аутсорсинг для бизнеса.